Здравствуйте, сейчас сделаем пакет Tracer 6.4.1. Implement as a channel. Давайте его сделаем, он довольно интересный. Первым делом нам нужно поставить три коммутатора. Открываем вот здесь вот снизу switches, вот видите. Выбираем 2960 и их три штуки размещаем. 1, 2, 3, как-нибудь, как угодно. Так, готово. Теперь их лучше назвать. Ну, это, понятное дело, не обязательно, но так будет удобнее. Так, SVA, это у нас, допустим, SVB, и это у нас SVC, например. SVC, готово. А, теперь, все. Теперь мы их соединяем кабелями. Открываем Connections, выбираем витую пару и соединяем. SVA G01. SVB G01. Выбираем еще одну. SVA G02. SVB G02. Все. Вот такие вот две у нас связи. Теперь SVA F021. F021. SVC F021. То есть у нас что первое, что второе одинаковые. Ладно, давайте я перестану это комментировать и просто быстренько соберу по этой таблице. 22, 22. А, так, тут у нас 23, 23. 24 к 24. Все, готово, мы все соединили. Теперь нам их нужно настроить. Здесь написано Configure, и сейчас я вот такой файлик заготовил, быстро их настроим. Итак, открываем Switch A. Закрепляем сверху, неудобство. Enable Configure Terminal. Итак, что нам тут нужно? А, первым делом между SVA и SVB должно быть PAGP. А, мы заходим в G01.2 range. Ну, понятное дело, switchport, switchport mod trunk, потом channel group 1 mod desirable, int, а потом заходим в настройку этого channel group, switchport mod trunk, потом заходим в range между SVA и SVT, это 21-22 по таблице, switchport mod trunk, channel group 2 mod active, и заходим в настройку этого channel group, port channel 2, switchport mod trunk. Надеюсь, все очень понятно. Это то же самое, что мы делали в прошлых. Копируем. SVA, paste. Готово. Я вам тоже рекомендую так заготовить, потому что настройки примерно одинаковые, там пара буквочек меняется, поэтому намного быстрее и удобнее это копировать и вставлять. Ну, то есть вы, понятное дело, заранее это пишете, просто вы пишете для одного, а так вам вручную придется для всех прописывать. Итак, SVB. То же самое между G1.2 это desirable, port channel 1, потом у нас channel group 3 между SVB и SVC, и здесь mod passive. Окей, копируем это. Ctrl-C, SVB заходим. У нас просто SVE сверху. SVB, вот он. Enable configure terminal. Давайте я вот это сверху открыплю. Все. Conf-T. И вставляем эти все команды. Все, все само настраивается, как видите. И осталось только SVC. То же самое просто. Мы уже два предыдущих настроили. SVA и SVB. Нам осталось только их связать с SVT. Опять-таки Channel Group Mod Active, потому что SVA и SVT. И Mod Active, а здесь был Mod Passive. Значит, у нас LACP будет соединение. Так, готово. Дальше. SV... Си, я так и не открыл, да? Окей, открываем его. Готово. Enable configure terminal. И вставляем скопированные для SVC команды. Все. Вы, если что, можете поставить видео на паузу, посмотреть вот эти вот все команды. И, если что, сверить. Опять-таки, команды очень простые, и в прошлых видео они были. На этом все. Пока.